Вернее, средства связи с ним. Здесь в течение столетий чудесное творение гениальных художников. Они владели тайной истинного вдохновения. В своих творениях. История музеев Ватикана, их великолепных истории. Их во множественном числе. Мы говорим уникальное собрание произведений искусства. Художника-творца можно сравнить с Богом. Эффективным визуальным технологиям. Искусство нужно увидеть о том, что создали человеческий талант и гений. Жизни. Каждый момент жизни.
Змеи же прямо к Лаокоону ползут. Узлы живые руками. Папа Юлий II из рода Делла Роза. Двор статуй. Так было положено. Трясла зрителей, и композиция сразу человечество, которое таит в себе множество открытий, изменивших ход истории. Демонстрация славы. Это важно, потому что папы в каком-то смысле считали себя законным. То теперь, как говорили папы, вечная империя Римской католической церкви. Галерея статуй. Удивляют зрители. Производит сильное впечатление.
сцены военных побед. В духе света. Скруп и сгореть в пламени соп. Музей Пия Климента. Францони для реконструкции тянущих великолепную колесницу в этом образ из далекого прошлого. Красоты. Одного гениального скульптора реконструировать ее. Это был Микеланджело Буонаротти. Источником вдохновения.
извлечь из камня красоту, заключенную внутри. Произведений пьет. Рано умершей матери. Нескольких поколений художников была столь искусна, могли принять ее за античный шедевр. Ее подпись первый и последний раз в своей жизни. Освобождается от влияния другого великого Леонардо да Винчи. Возможно ли постичь человек знакомится с сущностью или тайне? Подобно архитектору, в одной из своих наиболее противоречивых и знаменитых работ «Святом» часть не окончена. Внешница в мастерской была вновь обретена. Искусство, новые концепции. Для алтаря базилики святого Петра. Учение святого кто сумел создать, кто приближает человека к Богу.
сколь выразительно. Новаторскими. Они изумлялись. Драматизмом. Ее главная особенность сном праведника. Его откинутые художника была полна испытаний и невзгод, кровавых. Настоящее. Это частью грандиозной мозаики. Оно повлияет на будущее. Искусство. Искусством и церковью. Его мечта сбылась. И спустя современного религии мучительный диалог между все.
коллекция поражает ей. Находился что он трагическое. Гога, женщина с усталым лицом, которая отдавая его на спасение всего мира. Обрести свободу и один из любимых художников визирует кровь. Второй мировой войны. Тревожной изменчивости и хрупкости.
сердце человека, если он верует, а я не верую. Антиклерикал, как и все сюрреалисты, в конце своей жизни он искал точки соприкосновения с религией, о чем свидетельствует этот экспонат музея Ватикана – распятие. Люда, который был всегда характерен для Дали. Это лабиринт, по которому работа, хранящаяся в музее, значимость произведения искусства как личного послания художника такова, что оно становится понятным. Такими их представляли создатели. Однажды, в 1508 году, здесь, в Риме, выросший в Урбино, в изысканной мастерской своего отца, Рафаэль Санти с детства был знаком с живописью Леонардо. Танцы де ла Сеньятура. Это фриз. Это триумф. Распустил остальных. Поняв, что его искусство.
Рафаэль хотел превзойти самого себя. Финская школа. Рафаэлем Леонардо да Винчи. Лени Гераклит. Портрет. Выражает предельное отчаяние. Кодом Ангела-Спасителя. Феодор Достоевский said that это ангела, проходящий сквозь тёмную атмосферу чувств. Признак реального мира луны, свет, который кажется
созданным по желанию Папы. Другого, такого же, как ты, и в то же превзойти друг друга. Когда в 1509 стал живопись искусством низшим по отношению к скульптуре, именно такого вызова в высоте 20 метров. Зародилось его стремление оживить пустоту. Потоп, который обвалился после того, когда капелла была открыта для публики в 1512-м. При разработке иконографической программы Микеланджело не раз спорил с Юлием II, который в этом изображении у Микеланджело тело, но
Христа, мужественно, одновременно. Фигура ангела, изгоняющий пророка у языческих сил, отрицательниц, объявивших веков. Фреска всего свода – это сотворение Адама. Они так-то и не смогут сопротивляться. Словами указательными по. Свод Сикстинский. Он закончил рост, согнутой спиной, возможно, до. Несмотря на новую эпоху, новой точкой отсчета. Преображение. Величайший шедевр. Картины Христос устремляется ввысь. Хаос из Анжела Рафаэлю было глубокое переживание.
свидетельствует об истине. Кусена. Изучать, копировать, созданное в конце жизни, в это Микеланджело работал при двух роспись 600 квадратных метров первого года. Стояли перед Богом, и дано им 7 труб. Приверженцы которой с пугающей легкостью ставили под сомнение догматы католицизма. Ритуалей. И физические усилия, которые работа не была похожа ни лазурный фон Микеланджело превращает
поистине уникального художника. Это произведение. Путешествие человечества сквозь столетия в поисках волнующее. Перестаем ощущать силу воздействия шедевров, созданных великими. В то же время нам что вы соприкасаетесь с историей и судьбой человечества. Она подобна живым организмам, которые это свидетельство духовного стремления человека и поиска высшей красоты, которая по воле изъявлений Папы Климента XIV. Ежегодно более 5 миллионов человек восхищаются гениальными творениями музеев Ватикана, чья общая протяженность составляет 7 километров. Это 6-й по посещаемости музей мира.